Всем самое добрейшее утро, мои хорошие. Да. Я со своей подруженцей новой. Да, да, моя ладочка. Да, моя хорошая. Всем самое доброе утро. Да, да, вот так. Да, вот прям вот так. Самое добрейшее утро, мои хорошие. Из такой красоты. Сейчас покажу тебе. Мы в горах. В горах Тродоса. Будет еще дождь, там что-то где-то гремит. У нас красоте невероятная. Да хоть не нырный, бо я за тобой. Красиво. Я с подруженцей. Все спят. Пока все спят, мы не спим. Да? Не спим. Мы не спим. Всем самого классного дня, шикарного настроения и замечательной погоды, как у нас. Доброе утро. 7 утра на часах. Элис ко мне уже пришла. Привет, крошечка, хаврошечка. Ты что, кушать захотела? Доброе утро, все нормальные люди спят. А мышь, знаешь, что тут кажет, зло не спит. Сижу себе спокойно, наслаждаюсь пением птиц. Всю ночь дождь. Иди сюда. Иди поцелую тебя, иди ко мне. Я сижу, смотрю это видео, которое... Там первое вам выйдет, ребяточки, что вы увидите. И она ко мне пришла. Иди сюда. Иди, моя лапуся. Иди, моя лапушка. Иди сюда. Привет. Доброе утро. Ты где ходила все эти годы? Всю ночь. Сет. Сет. Садись, говорю. Пришла за шашлыком. Подожди. Подожди, мы еще не наготовили. Иди сюда. Иди ко мне, моя лапуся, да, моя ласточка. Главное, что у нас петрушка, салат, и все стоит в вазах. Иди, моя деточка, моя конфеточка. Давай уже хоть пока лежать не будем у бассейна, потому что там немножко мокро после дождя. Ты моя халюся, иди, моя следочка, да. Ой, крокодилица. Ой, какого она хорош. Боже, я тебя обожаю. Привет, привет, котичек мой. Привет, боже, какая ты большая. Мой бабуня был в шоке. Я Роберту выслала это видео. Он мне говорит, я показал Бонечке, и Боня не понял, что рядом за собака, рядом с тобой. Господи, извините. Да, у нас семья очень юморная. Поехали ко мне, поехали. Поехали. Я тебе жениха уже нашла, его Боня зовут. Він буде, ну то, що в восторгі, це нічого не сказати. Він буде в шокі. У нас там осталось м'ясо, хочеш, я тебе виніс? Курочку дам тобі. Боже, яка вона пішла. Ти моя лапуся. Ти моя ласточка. Золотая. І стоїть і не відходить. Зараз я постараюсь показати, може бути, в відраженні. Проклятий родники. Это я, здравствуйте. Иди сюда. Иди ко мне, иди ко мне. Иди ко мне, крокодилица. Иди сюда. Иди ко мне. Иди. Иди. Садись. Сет. 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 Садись. Не хочешь сидеть. Мы с Мухтаром на границе. Мое. Во, молодец. Все, тумба. Слушай, мы можем в цирке выступать. Ты знаешь об этом? Хоть бы на хвост ей не наступить. Вот. Красиво, красиво, нежно, симпатично. Ты моя золотая, ты моя, да, вот такая девочка. Сейчас я тебе дам мяско, сейчас курочку тебе дам, подожди. Сиди, жди, никуда не уходь. У меня появилась новая подруга. Да, ласточка, дай мне лапочку. Дай. Давай лапочку. Да давай уж. Молодец. Это моя подруженция, которая меня объела, опила. Моя курочка, моя лапусечка. Она чуть-чуть больше, чем я, наверное, весом. Можно и так сказать. Сет. Сет, это значит по-гречески сиди. Посидь трошки, угомонися. Вона вже з'їла все наше барбекю. І ще трошки хоче, да? Ще трошки хоче. Ну, тобі трошки. Ну що не давай, ну я не можу не дати. Та ну перестань ти ж. Як можна дитині не дати?
Господи, помилуй, сохрани. Моя ласточка. Нежно, нежненько. Ой, как бедный родственник. Бедный родственник, да. И мы, бедные родственники, тоже сидим у бассейна в красоте. Ты моя ласточка. Дай салфетку, где салфетка? Сидимо, ждемо свій номер. І до моя лапусечка. І хлібчика поїла. Встретили українок наших. Та це салфетка вже, господи. Не їж салфетку. Ти наче здіваєшся. Ага. Встретили українок наших. І слава Україні, героям слава. І все сказали. А українці наші ще не виїхали. Де вони? Ще не виїхали. А ну пішли, самник українці. А ну пішли, вставай. Йдем, пішли. Глянь. Я просто в шоке. Моя ты лентяйка. Ложись. Может мне на нее лечь? Слушай, так она больше, чем ты. Зачем мне мужчина? Боже, ты моя хорошая. Ложись. Ты моя ласточка. Боже. Пошли со мной, что ты разлеглась? Сикл. Агапиму, вставай! Аллегровна, тебе отдельный привет. Ты что, чтобы моя Аллегровна вот тут рядом была, она бы, наверное, точно бы ее задябли. Да я сейчас сама так сделаю. Боже, какие можно налюбить. А ну снимай меня на видео. Ложись. Я с ней лягу. Да. Ложись, будем лежать. Ложись. Что ж ты встал? Давай, ложись. Бродяга. Две бродяги. О, господи, ты так чихнула, я чуть не сдохла. Вот так. Ты моя ласточка. Бродяга. Алкашка. Хулиганка. Мафиозка, блядь. Ой, Бози, все ты делаешь ты. Боже, как я жила до тебя до этого. Мой Боня от тебя был бы в шоке. Такую невесту приобрести, да? Я сама... В восторге. Боня, я прилично хоть лежу. Боня а не я дотянет. Тут, я тут. Моя девочка. Боня не дотянет. Ты моя ласточка. Вот так. Да. Танцуй. Ты моя хорошая. Ты моя золотая. Наїлася наших шашликов. З'їла весь наш хліб. Чого б не повалятися? Я вот тоже так думаю, мужчина, вы вот ходите мимо пятый раз. Вы нас просто беспокоите. А ну поиграйся, Не надо нас беспокоить. А ну поиграйся. Дай играть. На, я сыграю. Иди нахуй, оставь меня в покое. Ты моя. Боже, какая она хорошая. Говорит, оставь меня в покое. Спасибо, говорит, накормил. Ты моя, крокодилица ты. Кюнера. Ой, колюсь. Смотри, у нее глаза какие, Алё. Заметно. Она классная. Она, это человек. Смотри, уже глаза. Я вроде с человеком лежу. Смотри. С подружкой. Да, ты моя сладкая. Кусай. Не покусаешь. Да тебя не кусает, нет. Она прямо нежно-нежно так. Да. Вот так. Смотри. Да. Смотри. Вот так. Да. Аллегровна! Специально для тебя это видео делаю. Смотри, вот так, смотри. Аллегровна. Вот так у нас любовь на Кипре с животными. Контактный зоопарк. Все, моя ласточка, наигралась. Как ее зовут? Мне можно вставать? Как можно зовут? Я вставать? Как зовут? А я не помню, как Элис, по-моему, ее назвали. Элис? Это девочка. Арабим. Это девочка. Арабим. Тебя обращают за Агапиму. Вот, иди ко мне. Все, пиздец. Снимай. Красиво. Вот так. Смотри. Я, это... За это можно полцарства отдать. Твой, смотри, что делает. Моя девочка. Моя хорошая. Смотри, ай, как... Боже, я так чувствую, как ее сердце бьется. Смотри. Ты моя золотая. Смотри, любит. Ты моя хорошая. Любит, смотри. Боже. Ты моя хорошая. Ой, Боже. Да ты шо? Моя Аллегровна сейчас будет в восторге. Смотри. Глаза Боже, у нее какие? Боже.
Глаза какие? Зай, давай вставать. Мы тут валяемся с тобой, как две неприличные женщины. Смотри, не, смотри, не кусает. Она не кусает. Не кусает. Она чуть-чуть так прикусывает. Да, не, она слегка. Смотри, при том, что эта собака меня видит впервые в жизни. Смотри, иди ко мне, слегка. Иди, моя ласточка. Смотри, иди, слегка. Да, вот так. А другой был вот, бы, это вот начал вот бы кусать. Ой, ты, да. Смотри, да. Смотри. Ну я, ты прости, но мне надо как немножко встать. Зай, ну я же не собака, уже как начал. Ты. Я же не могу лежать, как ты. Хочет о, играть. О, заигралась. Вставай. Хочет играть. Давай, потихонечку. Тиня, Лобиву, тиня. Я представляю, что этот отельчик о нас думает. Отельчик думает, господи.